30 мая 2023 год. Сегодня я сажаю мускатные тыквы. В доме солнца я вырастил рассаду. В некоторых баночках сошло по одной. А здесь я посеял по два семечка. Технология такая. Вырываю ямку на штык. Заливаю ее водой. Примерно литра 2-3. Потом укладываю листья люпина и цветы. Сверху немножко навоза прошлогоднего. И потом добавляю ферментированные пищевые остатки. Вот так раскидываю по ямке. Так, в остальные ямки я также добавлю. Это последние 7 растений. Потом это все сразу засыпается землей немножко, чтобы бактерии от солнца не погибли. И поливается водой. Сейчас я вам покажу, как я посадил. Вот здесь посажено раз, два, в трех отделениях. 24 растения. Потом я в конце хорошо проливаю, чтобы вода не попадала на листья. А как сажаю, я сейчас покажу. Я достал из стаканчика, обжав его пальцами и поударяв по донышку, вот такую вот рассаду с тремя листиками. Потом сделал углубление, чтобы вставить как можно ниже. Все это хозяйство. И затем обмазываю для устойчивости в вертикальном положении, чтобы растение не упало. И засыпаю землей так, плодородной землей, чтобы здесь осталась ямка. Чтобы здесь осталась ямка. Сорняки все убираю. Так, и в конце левой рукой, помыв ее предварительно, наливаю полную ямку воды. Так, чтобы на листья вода не попала, чтобы они не получили ожога. На этом все. На следующий день надо полить еще раз, чтобы корни пошли в новую землю. Желаю вам успехов.